Сегодня 25 мая 2016 года, время 12 часов 46 минут. Я следователь по особо важным делам, первого отдела по расследованию особо важных дел. Следственное управление, Следственный комитет России по Воронежской области, капитан юстиции Градина Виктор Иванович, в присутствии понятых, понятые представители обвиняемого, назовите фамилию и отчество. Коваленко Виктор Николаевич. 194 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации произвел проверку показаний на месте обвиняемого Коваленко. По уголовному делу 16-12-80-27. Перед началом проверки показаний на месте участвующим лицам разъясняя права, ответственность, а также порядок производства проверки показаний на месте. Проверка показаний на месте. В целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим свидетелям, могут быть проверены или уточнены на месте, связанным с следованием событий. Пойдем, пойдем, пока. Проходим. Здесь 18 числа около 18 или 17:00, я не помню точно, между нами произошел конфликт, пьяный конфликт. Схватил. Каким образом? Вот так схватили. Одной или двумя руками? Двумя. Ну сначала одной, потом занес двумя и нанес примерно раз двумя руками 3 или 4 удара в образ, в область головы. Вот. Они? Да, они. Точно, да? Да. Так, значит, вот обвиняемый указал на шорты, в которых он находился в момент убийства Невзорова. Соответственно, они будут изъяты в ходе последующего следственного действия. Включим газ. Затем начал... С какой целью включили газ? Ну, если выживет, думаю, он задохнется. Зашла женщина с ребенком. Спросила у меня, где Юра. Я стояла здесь, я ей просказал в зале. Она проследовала сюда в зал. Ребенок находился вот здесь. Я схватил оттуда с угла вот этот топор и нанес ей два удара в голову. Вот здесь стоял, я не помню, лицом ко мне, вроде бы да. Я один раз нанес ему удар, даже не помню, в какую область, он упал. В какую часть тела? В голову. В какую, не помню, по-моему, в голову. Вроде бы так. Да. Я в это время выскочил. Женщина лежала, не подавала, по-моему, признаков жизни. Я накинул. Все орудие осталось здесь. И просто выбежал и закрыл двери за собой. Захлопнул двери и все. И выбежал на улицу. По-моему, все происходило так.